Люди всех стран и народов объединяются вместе, чтобы нести свет и доброту в мир. Замечательный проект Golden Time собирает людей культуры и искусства вместе, дарит надежду и желание развиваться. Здоровая конкуренция тоже способствует этому, и люди, как бабочки, слетаются на свет. Здравствуйте, меня зовут Марина Лукьянова-Романова. Я профессиональный художник, член Союза художников России с огромным творческим стажем, 160 выставок в различных странах мира. Работаю в жанре портрета, пейзажа, натюрморта, в различных стилях реализма, импрессионизма и символизма. Творю много и с радостью. На данный момент живу в Германии, своя галерея «Арт-ателье Авис», где занимаюсь живописью, реставрацией картин и преподаю изобразительное искусство. На выставке решила показать картину, которая называется «Гармония Вселенной» в стиле символизма. Эта тема очень актуальна в наше сложное время. Идея пришла в переживаниях за мир. Очень много думала, молилась и переживала. В медитации мне была показана эта композиция, оставалось только воплотить. Мир и гармония на Земле и в космосе, надежда на свет и разум. Представляю вашему вниманию, надеюсь на отклик в ваших сердцах. Захар.